Готовься к самому эпичному запуску Blade of Infinity надо! Коллекция Epic Launcher — абсолютно новые пусковые установки с уникальной системой запуска. В новой коллекции сразу три новых линейки. Epic Launcher Starter, Epic Launcher Standard и Epic Launcher Advance. Мы покажем новые линейки серии Epic Launcher Starter и Standard. Epic Launcher Starter представляет собой устрашающие детализированные пусковые установки в виде дракона и тигра с облегченными волчками для скоростного запуска. Серия Epic Launcher Standard — это необычные пусковые установки в виде мечей для более точечного, но молниеносного запуска волчка на арену. Волчки линеек Epic Launcher Standard светятся при разгоне на мече и при вращении на арене для самых эффектных и ярких батлов. Вставь волчок в специальное отверстие пусковой установки до щелчка, раскрути волчок, запусти на арену и устраивай эпичные блейд-батлы с друзьями. Переходи на сайт Infinity Nando по первой ссылке в описании под этим роликом и узнавай о новой линейке Infinity Nando. Больше. Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришник. Мир не видал такого контента, такой харизмы. На 5 миллионов выйдет клип, почти уже готов. И Сафик 1234, ребята, я здесь. И мы здесь сегодня собрались, чтобы из пластилина специального, который мы заказали, сами знаете где, слепить фигурки трех котов. 3 часа ночи, ребята. Но 3 часа ночи просто магически. Время, а фигурки мы будем лепить максимально добрыми, потому что мы с Сафиком надеемся, что хотя бы один раз к нам придут добрые 3 кота, а не злые. Сейчас приступаем к лепке. Я уже взял себе вот такой вот цвет. Я думаю, что он максимально похож на рыжий. Давай я тебе немножечко тоже, да? У меня есть. Возьми светло-оранжевый, чтобы так вот смешать чуть-чуть. Отлично. И было круто. Ребята, я очень надеюсь, что эти 3 кота прям явятся здесь, и мы будем с ними дружить и узнаем все про их вселенную. Начинаем с головы. И чтобы пластилин хорошо лепился, его сначала нужно размять теплом собственного тела. И вот так вот крутите, и получается голова. Ребята, а я начну с тела. Я знаете, кого буду лепить? Я буду лепить кожу. Поэтому делаем маленькое тельце. Главное добавить много интересных элементов. Элементов одежды, ну, глаза, там это все, но это уже потом. Знаете, что я придумал? Я вспомнил, что у коржика белая, с голубыми полосками, черняшка. А я буду карамельку лепить. Я уже взял красненький пластилин для ее красненького платьица и бантика. Какая красота получилась! 100% они будут не злыми, а добрыми! Смотрите, это карамелька, а это компот! Посмотрите, какие у них наряды и милые мордочки! Еще чуть-чуть! Все, мой коржик готов. Вот он какой красивый, видите, я постарался. Конечно, он один, не как у Артема 2, но зато качественно. И фу... Эй, включите свет! Камон! Алло! Что произошло? Где Артем? Артем, ты где? Господи, капец страшный, ребята, видимо, эти кошары забрали Артема. Я такого не ожидал, и что теперь мне делать? Камеры смотреть? Артем, Артем, даже следов нету, ребята, вообще ничего нету, где он находится? Блин, эти 3 кошары дурацкие, может он там? Да че ты разорался? У нас счетчики выбило опять. Давай за 100. Че ты так пугаешь? А что с фигурками нашими стало? Кажется, из-за того, что выключился свет, они изуродовались. Что с ними? Кто это сделал?
Смотрите, какие у карамельки теперь длинные накачанные руки. У Коржика весь на зомби похож. А у Компота вообще один красный глаз. Не, Софик, ну так не пойдет. Давай перелепим, потому что если мы сейчас вот это вот вызовем, это капец будет. Вот придут такие страшилы. Да, Артем, зачем перелепывать? Сейчас мы пропустим 3 часа ночи. Давай сейчас вызывать. Доставай книгу. Вот книжка, которую я добыл с очень большим трудом. Потому что здесь написано, как призвать вампира. Как призвать Стича Экзи. Как призвать Мини Мауса. И даже есть зомби Леди Баг. Обалдеть, давай уже на страницу с тремя котами. Нужная страничка. 3 кота. Здесь идет их описание и как именно проводить ритуал. Читаю. Коржик, Компот и Карамелька – добрые, дружелюбные создания. Рассказать вам кучу историй. О, как вызвать? Дать котам подношение. Они любят кровь единорогов. Глазные яблоки адского пса. Золото из горшочка лепрекона. Тунец, поздравления с днем рождения и новых подписчиков. Где мы это все возьмем? Слушай, ну, тут есть тунец, а тунец у нас есть. И поздравлением с днем рождения мы тоже сбацать можем. Поздравляю с днем рождения, я тебя любила, а потом ты от кого-то другого... Родила. Давай подумаем. Блин, золота у нас нет. Яблоко адского пса. Я вообще адских псов никогда в жизни не видел. Все, пойдем за тунцом. Пошли за тунцом. Тунец даже свечку подготовил для дня рождения. И ушки. Давай, Сафик, сейчас нужно поздравить 3 котиков. С днем рождения. Чтобы они, вот эти вот фигурки, превратились в живых. Давай. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Артем, что-то не работает. Ничего не происходит. А времени сколько? 3 часа. Мало времени осталось. Должно же было сработать. Слушай, Артем, здесь написано, что коты также любят новых подписчиков. Давайте прямо сейчас все зрители, которые смотрят без подписки, подпишутся на канал, чтобы нам хватило энергии превратить этих зверушек в живых, а то нам не хватит сил. Ребята, у вас есть 5 секунд. Раз. Давайте просто кнопочку спустите снизу. 3, 4, 5. Как думаешь, получилось? Что-то. Да тихо ты! Ой, господи, как голова болит! Что произошло? Времени всего 0302. 2 минуты прошло. Все осталось, как и было на своих местах. Только фигурки почему-то не превратились. Неужели не сработало? Хотя Сафика же нет. Сафик! Что? Я слышу, что там мяукает 3 кота. Значит, все получилось. А если там 3 кота, то, скорее всего, там и находится Сафик. А, Сафик! А что это за бардак? Я сейчас кружочек запишу. Так, ребята, чтобы больше такого здесь не было. Кто-то тут устроил. Я вижу несколько знакомых предметов. Это же арбуз с бантиком. Мы когда снимали ролик «Никогда не смотри мультик про 3 кота в 3 часа ночи», был там именно этот арбуз. Откуда он тут взялся? Ролик 2 месяца назад выходил. Мы его выкинули давно. А этот веер из серии «Заморские гости». В этой серии Карамелька пыталась научиться с ними вот так вот танцевать. Только они какие-то модифицированные. Смотрите, какие здесь иголки. Таким и поцарапаться можно. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин!
Эклерчик! Это серия. Картинная галерея. В ней папа-кот готовил себе эклеры и разбил тарелку. Кто мяукает? Сафик, это ты? Не добраться. Да, ну и раскидали здесь, конечно. Звук отсюда. Да! Колонка? Походу, это подстава. Ха! Ну вот ты и попался. Вы же должны быть добрыми. Почему вы злые? Не подходите ко мне. Ха! Ты никуда от нас не денешься. Теперь-то мы точно отомстим тебе за прошлый раз. Ха-ха-ха-ха. Три кота. Три кота. Три кота. Артём, наконец-то ты очнулся! Все, кошары, вам капец! Нет, Сафик! Что ты тут делаешь? Артём, погнали за мной на базу на мою! Быстрее, здесь опасно! Артём, давай быстрее! Забегай! Вот это шалашик! Они нас точно не найдут! Слушай, я уже давно в этом шалаше. Постоянно перемещаюсь, и все четко. А я-то думал, почему я очнулся и его не увидел? И часто ты его так перемещаешь? Ну, как минимум раз в 2 дня. А какие 2 дня? Ты чего? Я же всего 2 минуты был в отрубе, ну! Артём, как... неделя уже прошла. Какая неделя? Ты что, с ума сошел? Я уже неделю с ними воюю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это получается, я целую неделю проспал. А у меня же там был английский. Какой английский, Артём? На почту надо было. Весь мир перевернулся. 3 кота заправляют тут всем светом. У мамы, наверное, 20 пропущенных. Ё-моё. Телефон не работает, интернет тоже не работает, Артём. И как ты тут держишься? Зачем тебе вот этот компьютер вообще, если интернета нету? Да как зачем? Артём, у меня же здесь все фотки сохранены. Наши с тобой, с Брунычем, со всей бандой командой. Вот это мы на югах. Это мы на югах отдыхали, да? В Туапсе. Обалдеть. О, помнишь, ты тогда Сникерс у меня отжал? Да это мы на превьюшку фотографировались. А что еще есть? О, это Каро. Это мы Сигну делали, подписчику. Да, было круто. Реально круто. Так, о, это одна из старых фото, ребята. Здесь нам еще по 15 лет. Хотя, знаешь, дай ну нафиг эти фотки. Фигня, нафиг их вообще глядеть. Да эти фотки только меня и поддерживают всю эту неделю. Да зачем эти фотографии смотреть? Дурацкие они. И вообще нужно думать, как отсюда выбраться? Блин, ну такие же времена были крутые. Их нельзя забывать, ребята. Если вы помните, какие же крутые были эти времена, когда мы снимали ролики. Круто! Ловили всех подряд. Чем вот этот сегодняшний кот-апокалипсис? Это же просто жесть. Ребята, если вы хотите, чтобы эти времена вернулись обратно, то прямо сейчас нажмите лайк. И мы все докажем Артему, что нам эти времена нужны. И нужна память о них. Тыкайте, тыкайте, ребята. Кнопочка лайк ждет. Давайте прямо сейчас. Ну, если уж столько много лайков, то, наверное, действительно эти фотографии очень важные. Так-то да, хорошо иногда вспомнить прошлые времена. Ладно, Артём, нужно перейти к плану Б, который я давным-давно ждал. Я все ждал, когда ты проснешься. Я вообще не понял, если тут 6 дней уже возишься, барагозишься, что ты просто этих 3 котов не остановил? Потому что... По нашей старой методике. Потому что, Артём, ты мне очень нужен. Я один просто не справлюсь. Я долго этого ждал. Смотри, откроем книгу. Ту самую. Поздравляю с днем рождения подписчиков. Как изгнать
три знака вопроса. А что значит три знака вопроса? Ничего ж не написано, как их остановить. Артём, план прост. У нас есть пожарная сигнализация, но кошары ее сломали. Нам нужно починить пожарную сигнализацию, включить ее. Вода польется и загасит всех кошаков. А я-то тебе зачем? Почему ты все это один не сделал? Пока я разбираюсь с этими кошарами и отвлекаю их, ты идешь к щитку, чинишь пожарную сигнализацию, и она срабатывает. И кошары пропадают навеки вечные. Давай сделаем этот план. Вот и они, Артём. Давай, я в тебя верю. А где здесь щиток-то? Здесь же просто пустая стена. Блин. А как ее найти-то? Артём, ну что у тебя там? Нет, Сафик, у меня ничего не получается. Где здесь электрощиток? Артём, ты что как дитё малое? Кошак! Получай, блин! Давай, сейчас разберусь! Артём, ты чего? Да где этот щиток? Тут нету ничего! Да как? Где? Вот же он! Откуда он тут взялся? Давай соединяй провода, а я пошел дальше сражаться с кошарами! Ничего не понятно. И провода все синие, светло-синие, черно-синие. Как тут в этом разобраться можно? Я ничего не понимаю. Как тут все соединять, Сафик? Артём, что тебе там непонятно? Дай я тебе помогу. Отойди, Артём. Вот же два провода. Опа! А как ты разобрался? Они же все синие. Да я просто наугад их выбрал. Ну что, мы тут все как же сделали, что планировали. Бежим! Давай, большой. Давай, Артём, быстрее. Нам нужно активировать пожарный датчик. А как это сделать? Он же так высоко, и у нас ничего нету, чтобы его активировать. Я продумал. Все, у меня есть спички. Мы зажжем спичку прямо над датчиком. Появится дым, и датчик сработает. Слишком высоко не получится. Блин, реально. Давай. Вот он, вот Артём датчик. Они уже ломятся. Дверь долго не выдержит. Надо как-то быстрее добраться до датчика. Сейчас! Давай! Давай! Ну, Карин Баба, я чуть не упал! Так, Артём, мы как раз над датчиком! Оп! Всё, зажигаю! Ха-ха! Жалкие людишки! Вам это не поможет, жалкие людишки! Могу подпрыгнуть! Давай! Сработало! Вода! Средство от кошары! Получилось! Ура! Только теперь абсолютно все здесь мокрое будет! Да ничего страшного, Артём! Высушимся! Спасибо вам, что посмотрели этот ролик! Мы здесь будем убираться, пока соседи снизу не затопило! А вы пока что тыкайте вот сюда и смотрите эту пулю! Это невероятный видик, который встряхнет вас по полной! Таких эмоций вы не испытывали, ребята! Жми!